Всем привет. Ну, а сегодня у меня там на широте мало машинок приехало. Забежал в этот страховой. Такая как раз попал на привоз. Новая машинка появилась. Она еще не выставлена на продажу, никуда. Вы первые, кто это видит. Но это часто я пытаюсь так выставить. Ну, она 20-го года. Сейчас так вокруг покажу. Вот она, задница чуть битая. Так, с другой стороны будет получше. Вот крышка, бампер. Сейчас посмотрим, открывается. Да, открывается. Ну, тут вроде все нормально, все в порядке. Ничего не примято. Знаешь, только бампер, задняя лампа. И вот так крышка чуть пострадала. Дальше посмотрел, все двери открываются, все нормально. Сказали, что заводится, все, сейчас заведу. Передок, так, так выглядит, вроде все нормально, красиво, но вот, если туда посмотреть, просто бампер отскочил назад, там ее тоже чуть примяло. Но машина заводится, едет. Да, и радиатор вижу тоже чуть-чуть искривлен, но все рабочее. 1.2 мотор. Я там еще под видео выставлю информацию, если вы у меня в группе. Кто не в группе, переходите в группу в Фейсбуке. Так, вот такая красавица. Вообще ледовая. Так, заведем ее. Все, как часики. Ну, 20-й год. Уж приятно сидеть с ней, а. Бутылочек темный. Вот это вам еще и запчасти от нее. Так. Опа. Ну, если кому интересно, звоните мне. Могу выйти с вами на видеочат, заведу. Буду вашими глазами, как говорится. Такая услуга у меня тоже есть. А цены, так, да, мне уже написали на листке, куда я его положил. Значит, никуда цены не выставлены, ничего. Так, я взял листочек. Цены будут, ее цена 12 500, если на экспорт, без, как говорится, без, не через фирму, то 10 500, а если там через фирму, там БТВ и все такое, то 8 700 ее цена. Ну, если кому интересно, звоните мне, пишите. Буду с вами на видеочат. Обсудим мелочи, поговорю с продавцом. Все буду переводить вам. Все, всем спасибо. И пока. Да, и не забывайте, ставьте лайки. Стараюсь не просто так. Вам это ничего не стоит, мне это приятно.